Алло. Да, я. А, здравствуй. Да, давно не виделись. Да, могу, конечно. В Палангу. Ну, хорошо. СВ? Один поедешь? Ладно, сделаем. Хорошо. На 18-е. Сейчас запишу. Хорошо. Счастливо. А? Да, да. Хорошо. Позвоню. Ну, счастливо. Полосы-то убери. Вижу, вижу. Собрался. А чего это ты шепчешь-то? Он у тебя через улицу. Ну, знаешь, осторожность. Но если будешь так осторожничать, ЦРУшники с тобой за версту начнут раскланиваться. На перекрестке, что называется, картуз снимать. Да ладно, ладно. Скажите, лейтенант, я не понял из вашего рапорта, а где он держит свою «Волгу»? Во дворе, товарищ генерал, я на плане указал. И зимой? Зимой не знаю. Что, у него нет гаража? В сберкассе он оплачивает один счет, не то же ИСКА, не то... Автолюбитель, но тоже вроде бы ИСКА, может перепроверить? Ну нет, не стоит, вы же сами рассказывали, как он осматривает комнату, когда возвращается. Прямо как волк, товарищ генерал. Станет у дверей, смотрит, смотрит. И голову поворачивает, как орел в передаче «В мире животных». Вот видите, как вы рассказываете? Легко, раскованно, образно. А как пишете документ, да хоть ложись и засыпай. Эонактин какой-то. Что-что? Снотворное эонактин называется.
Вот что он сейчас взял? А, это у него там банка на подоконнике. Ну, чуть землей измазано, смято. Должно быть из-под цветка. Почему ее зафиксировали в рапорте? Да я подумал, пустая банка, чего там? А если он в нее донесение закладывает? Мне кажется, он идет на связь. Соединись с Коноваловым. Есть. Четвертый, ответьте.